телефону, пожалуйста, который называется «Беда от нежного сердца». Это наш не новый спектакль, мы уже его играем третий сезон. Сейчас вы увидите наших стариков, которые уже много-много лет занимаются театром. Семенова дома, что ли? Мужчина? Мужчина? Стоп, это какой? Батюшка, благослови! Отвяжись, пожалуйста, мы ошиблись, это не она. Как не она? Она! Я не хочу, чтобы она была не она! Я сам ошибся. Ты думаешь, здесь, в гостиной, я разговаривал с дочерью? Ну да. В том-то и дело, что это не дочь. Как не дочь? Не родилась же она без отца и без матери. Чья-нибудь же она дочь? Мать была какая-нибудь. Да и отец, наверное, тоже был. Она племянница. Да все равно. Да говорят тебе, что она племянница. Да хоть бы дядя она была. Я все равно на ней женюсь. Твоя воля. Твой отцовская закон. Да я бросил тебе другую. А я не хочу другую. Я право не знаю. Смею ли я вас просить? Такс. Я говорю, я не знаю, смею ли я вас просить. Ну что? Я говорю, с первого раза не знаю, смею ли я вас просить. Да что вам угодно. Да это очарование, не девушка. Ободрите, дайте послушать. Да мы ждем гостей. А вы успеете. Госпожа Кубыркина с дочерью пожаловались. Ну вот, дождались. Ну что стоишь, проси. Слушаюсь. Маменька. Прошу. Но как вы тут в столицах-то живете? Нет, позвольте. Да, позвольте вас спросить, что вы из меня хотели сделать? Как что? Я думала, вы будете моим мужем. Каким таким мужем? Каким таким мужем? Обыкновенным. А из гусара вы кого хотели сделать? Какого гусара? Я не знаю никакого гусара. Что, не знаете никакого гусара? Нет, а вот того гусара-ремонтера, что гостил вас в деревне. Какой такой братец? Какой такой братец? Троюродный. Знаю этих братцев. Значит так, женись ты на ком хочешь, ты мне уже надоел. Я даю тебе четверть часа одуматься, а уж после велю свидетельствовать в губернском правлении, да посажу в сумасшедший дом. Все. Удерживаю, матушка, не удерживаю вас! Что, Ах-та? Ах-та? Я пойду! Ноги моей! Здесь у вас больше не будет! Ну и прощайте! Пойду за Катей! Скатерть дорога! Ах так! Ну что ж, да, знайте, что ваша дочь за нашего жениха не выйдет! Ваша! Ну что, решился? Погодите. С кем поздравить? Да ни с кем, отказала. Кто, Машенька? Нет. Катенька? Да нет. Так а кто же? Так я не понимаю. Александр Васильевич!
ты отказала? Пойдем отсюда, а то от этого богатства такая забилась дурь в голову. Что ж ты думаешь, чурбанья, стул, скотина какая-нибудь, не понимают, чем тебе обязан? Ты поработал на своем веку для меня, теперь моя очередь. Обеспечу тебя, прокормлю, пойду во что угодно. В батраки, в подельщики, в мастеровые, в литераторы, в журналисты. Господа, есть ли среди вас местечко? Без протекции. Ну вы же понимаете, сейчас кризис. Вот вам моя рука. Что я слышу? Дочь моя, обними меня, обними меня. Ну и ты обними, только в последний раз. Батюшка! Александр! Как мило! Ой, как трогательно! О, глупость, да господи! Скажите, пожалуйста, Василий Петрович, как такое несчастье могло-то с вами случиться? Как такое несчастье? Да ну, извольте видеть, матушка, и не случилось. А могло только случиться. Что это значит? А это значит, что я еще в прошлом году отказался от всех откупов. А 2 миллиончика, так уж и быть, пойдут Настеньке на булавочки. Схитрил, матушка, грешный человек. Вот, Сашу хотел выручить. Это из рук он? Да. Ах, как она, Настя! Догадалась, должно быть. Наперед все знала. Впрочем, я очень рада. Что? Рада, что? Нет, нет. Мы себя дурачить не позволим. Что это вы тут придумали? Вы? И вы? Пойдем, Катя. Нам здесь больше делать нечего. Хамы! Где Фридикюль? Катенька! Вот отсюда! Простите, простите! Маменька! Идем! Вот благодарность да. Пригрела сироту! Ух, Настя! Что ж, вы меня обманули? Я всех провела? Нет, они и в самом деле так подумали. Нет, я откажусь от слова своего. Так а кто сказал, что слово свято? Нет, если всякого толка бояться, так и жить нельзя будет. Пусть говорят что угодно, а мы веселым пирком да за свадебку. Поскорее бы, батюшка. То-то же. А ты гляди на жену, да выбей дурь из головы. И будет тебе радость да утешение. А беда от нежного сердца.